Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 774. Баптисты не согласны, что безбожника нельзя пускать даже на порог дома. Они говорят, что это по Ветхому Завету, а в Новом Завете этого нет. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сираха, 11 глава, 34 стих. «Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих». Матфея, 10 глава, 17 стих. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». Непонятно, о каком доме идет речь, о молитвенном или о частном, в котором ты живешь. Частный дом – это мой дом, моя крепость. Что касается храма, то и здесь нужна осторожность. Деяния, 5 глава, 11-13 стихи. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Доколе у нас служение идет на непонятном церковно-славянском языке, то посторонние люди нам не нужны. Они все равно не уверуют, а будут только вносить беспорядок и опасность воровства.